Погода на выходных обещают комфортную. Воздух прогреется до 22 градусов. Единственный минус – солнышко будет маловато. Но я считаю, это не повод сидеть дома. Самое время отправиться в парки. Я, Карина Еряшева, уверена, скучно точно не будет. До фестиваля йоги в Подмосковье осталось всего ничего. Он пройдет 3 августа в субботу в парке Раздолье. Начало в 9:00. Силовой йогой можно будет позаниматься в парке Малевича с 11 до 12. Не пропустите. А если йога не для вас, приходите сюда же в воскресенье на занятия по бегу и ОФП. Для тех, кто больше по творчеству, приготовили мастер-класс «Деревянный значок». В парке героев 1812 года в Голицыно 3 августа будет зажигательно. Там пройдет занятие по латыни. Захарова все по классике. Экскурсии, мастер-классы и программы на любой вкус. Вы еще не смотрели кино «Под открытым небом», не упускайте возможность. 3 августа в 21:00 на Лазутинке покажут «Летучий корабль». Поверьте, вам понравится. Но не забудьте взять с собой средства от комаров, чтобы ни одна мошка не испортила вам культурный вечер. Впрочем, время определиться с программой на выходные еще есть. Я, Карина Еряшева, рассказала вам о самых интересных событиях. Увидимся в парках Одинцовского округа и, конечно, на ОТВ.